ты маме купил? Ой-ой-ой, что ты маме купил? Покажи. Ой-ой-ой, спасибо, сына. С днем мамы. Всем большой привет, вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня у нас воскресенье, 27 мая, во Франции День мамы. Я хочу от всей души поздравить всех мамочек с этим прекрасным днем. Я хочу пожелать вам лишь одного, чтобы ваши дети были всегда рядом с вами, и чтобы улыбка не сходила с лиц родных, родных сердечек. И тем женщинам, которые по каким-то причинам не могут стать мамами, я от всего сердца желаю, чтобы эта мечта осуществилась. Верьте, верьте, молитесь, и все будет хорошо. А я приглашаю вас в наш новый влог, в наш новый день. Спасибо, что остаетесь на моем канале, что подписываетесь, ставите лайки, пишите комментарии. Ваша Светлана Франция. Давайте начинать! Сегодня мы в ресторане «Мароккен», едим кускус. Кто-то ест кускус? Мерси. Мне говорят на итальянском. Я взяла салат с креветками, потому что я не люблю кускус. Муж кускус, шашлык, сосиски, колбаски, сумуль, каша. Всем приятного аппетита. Бон аппетит. Посмотрите, вот такая чашка. Ехали в этот ресторан, потому что дедушка совсем не может ходить, и он любит эту кухню. Честно скажу, это не мое, но он любит, и ему плохо передвигаться, а ресторанчик рядом. Пообедали, сейчас приехали в замок Морсон. Это недалеко от нас. И здесь что-то готовится, какой-то спектакль. Видела мужчин в шотландских юбках. Слышите, как птички поют?
люди гуляют, отдыхают, играют в мяч, детки пикник устраивают. Вот такие прекрасные места совсем недалеко от нас. Наверное, даже не 10 минут на машине, а где-то 7-8 минут. Идет спектакль «Золушка». На свежем воздухе возле замка. В самом замке идет выставка картин. Вход бесплатный. Посмотрите, какие картины красивые.
модернизм. О, посмотрите, как оригинально. В коробках нарисовано. Вау. Regarde, Sacha. Regarde, Sacha. Regarde. Papa, mama et sin. Regarde, papa, maman et titi. Здесь скульптура. Курпа. Живые фильмы. Не сняла это. А вон Венеция. Regarde Venise. T'as jamais été encore, Titi. Смотри, какой камин красивый, Саш, в замке. Смотри, какая красота.